Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами готовим очень вкусный и необычный пудинг. Это такой современный модный рецепт, потому что пудинг мы будем готовить из семян чиа. Нам понадобятся, собственно, сами семена чиа, молоко. У меня здесь замороженная малина, можно взять любые ягоды, фрукты или даже джем, и ванильный сахар. А еще нам понадобится две стеклянных красивых баночки и вот такой вот стакан с носиком. Готовить этот пудинг максимально просто. Мы с вами берем, значит, сухие семена чиа и насыпаем их в наш стакан. Нам понадобится примерно, ну, на две баночки, наверное, где-то 6 столовых ложек. Во-первых, я перепутала чайные ложки со столовыми. Конечно же, мы считаем в чайных ложках, вот в таких вот маленьких. И я положила немножко больше, потому что баночки у меня маленькие, ну пусть останется здесь с запасом. И теперь мы берем вот такой вот ванильный сахар. Обратите внимание, должно быть на нем написано, что сахар с натуральной ванилью. И кладем, ну, примерно 2 чайных ложки. Теперь мы наливаем сюда молоко. Молока должно быть примерно, ну, в 3 раза больше, чем здесь у нас насыпано семян. И все это дело хорошенько перемешиваем. Перемешали, выглядит пока непонятно, но нам нужно, чтобы молоко постояло, и семена чиа разбухнут, и они будут уже больше похожи на пудинг. Дальше мы сможем подрегулировать консистенцию. Если, например, наш пудинг получится слишком густой, мы добавим еще немножко молока. Если он получится слишком жидкий, мы добавим немножко еще семян чиа. Вот этот мы сейчас убираем в холодильник и оставляем на полчаса. Пока наш пудинг стоит в холодильнике, нам нужно сделать к нему топпинг, то есть дополнение. Я уже сказала, что мы можем использовать любые ягоды, любые фрукты, или можем взять готовый сироп, или джем, или топпинг. Сейчас покажу, секунду. Сейчас. Вот, например, вот такой. Ну, это просто карамельный такой топпинг, который можно мороженое полить или этот пудинг. Но у меня есть замороженная малина в таких стаканчиках, поэтому я ее сейчас просто разморожу, разомну вилочкой, и пудинг у меня будет с малиной из своего сада. Мне кажется, это замечательно. Я малину разморозила в микроволновке, и теперь разминаю ее вилочкой. Можно, в принципе, использовать погружной блендер, но у меня так мало малины, что пачкать блендер, если честно, не хочется. У нас прошло буквально 7 минут, я вот достала перемешать, и уже видно, что чиа разбухает, и получаются вот такие комочки. Если у вас есть возможность, то в течение 30 минут нужно 2-3 раза все-таки пудинг достать и перемешать. Ну и оставить тоже можно, ничего страшного не случится. Наш пудинг готов, мы достаем его из холодильника и переливаем в баночки. Можно использовать не банки, а какие-то креманки. В общем, откуда вам есть удобно, то и берите. У меня есть йогуртница и вот такие вот стеклянные банки. Мне кажется, они просто идеально подойдут для пудинга. Вот, посмотрите, какой пудинг стал густой. Теперь мы кладем малинку. Посмотрите, наш пудинг готов. Мы потратили всего 30 минут, даже, может быть, чуть побольше, ну, 35. И прекрасный завтрак или десерт, полезный и очень вкусный, у нас готов. Приятного аппетита!